Девочки, прошло 8 марта, это значит, что в течение 2 недель к вам начнут возвращаться ваши тюбики, которые бросили вас еще перед 14 февраля, чтобы избежать трат. Но перед тем, как их либо принимать, либо на посылать, обязательно первым сообщением, не стесняясь, напишите: «Дорогой, ты мне пишешь, потому что хочешь подарить подарки за прошедшие праздники». Мне интересно, они когда мужчин тюбиками называют, они на что рассчитывают? Знаете, очень много есть комментариев там у меня на канале, там и на других каналах, на стримах, вообще везде, типа, вот как вы можете называть нас РСП, прицепы, там эти все ЧСВ, там аббревиатуры, как вы можете, это поступки не настоящих мужчин, вы не мужики, вам бабы не дают. А тут сами берут и называют нас тюбиками, да, ребята. А вы знаете вообще, что такое тюбик в понятии женском, ребята? Тюбик – это некий субъект мужского пола, которого можно выдавить до последней капли. То есть, как бы, ну, вы понимаете, что выдавливают там деньги, подарки с него, в общем, все жизненные соки, ребят. Понятие, в чем смысл, как бы? Да, аббревиатуры есть и у нас, и у них, как бы, но разведенка с прицепом, к примеру, здесь оскорбительного ничего нету вообще. То есть, ну, разведенка, слово развелась, оскорбительное, нет. Прицеп, они говорят, типа, что прицеп это оскорбление, нет, ребят, прицеп это ворох тех проблем, которые тянутся за ней именно из прошлой жизни, там, допустим, опять-таки, там, дети, их надо воспитывать, обеспечивать, следить за ними, там, и так далее, да, они покоя не будут давать в этом плане. Вот, поэтому именно прицеп проблем для мужчины, это не то, чтобы конкретно, там, типа, дети прицеп, нет. Именно проблемы для мужчины, прицеп вот этот она за собой тянет, для мужчин неприятностей. А тюбик, ребята, это непосредственно сигнализирует о том, что они выдавливают все из мужчины, то бишь все финансовые соки. Ну и скажите, пожалуйста, кто здесь свое темное нутро показывает, ребята? Ну а насчет подарков на 8 марта, слушайте, как бы, ну... Чаечка, я могу тебе подарить прекрасную возможность доставить мне удовольствие. Это же тоже подарок. Ну так что подумай об этом. Всем удачного дня.